Нифига себе очередь. Мы простоим здесь целую вечность. Да бросьте вы. Как часто мы купаемся в горячей воде? Каждый раз, когда мы принимаем ванну. Нет, это другое. Потому что натуральная. Эта вода нагревается матушкой природой. Какая гадость. Должен быть другой подъезд. Спрошу-ка я этого господина. Думаю, он знает. Простите, сэр. Здравствуйте. Здрасте. Мы хотели бы спросить, есть ли другой подъезд к этим источникам? Вроде потайной дороги для местных. В это время года можно долго простоять, да? Да, это точно. Я скажу вам, что нужно сделать. Видите разбитую дорогу? Вон ту дорожку слева. Да. Если ехать по ней и не сворачивать, приедете к источнику. Ну ладно. Замечательно. Спасибо. Да не за что. Всегда рад. Хорошо вам отдохнуть. Это непременно. А как вашего питомца зовут? Какого питомца? Вон. Что за... Что за черт? Что за хрень? Я его не знаю!